Подожди, секунду. И всем лайки, с вами по-прежнему я, новый Ларти. Мы продолжаем играть в Майнкрафт. И сейчас версия 1.6.4. Поехали. Да. И грузись. Да, все загрузилось. Открываем. Да, это новая серия. И уже будет как бы прокрутка. Играем 5 минут. Кстати, возможно, эта серия будет, может быть, большая, может и нет. Так что мы играем 3 минуты. Блин, надо где-то засечь, ребята. Ладно, 3.26. Ладно, 3.26. Через 3 минуты у меня будет новая версия. Так я сделаю аж 4, думаю. Да, 4. Дайте 4 аж сделаем новую версию. Первая, ребят, подкрутка. Ладно, вы, надеюсь, поняли. Вот я в прошлой серии сделал, ребят, домик, да, вот такой, чтобы залезть его туда, и при необходимости, при быстром необходимости, если он там сгорит, или просто сгорит это уже слишком, если просто мне быстро выпасть с дома, я вот в воду падаю. Я могу вам показать, как это сейчас. Но это бывают доски специально, чтобы достроить его. Сейчас, смотрите, я забираюсь. Это, конечно, долгое занятие, забирание, но он достаточно это. Во-первых, это дом, во-вторых, очень дальше хорошая это видимость этой, куда мы это... Вот. Так, кстати, это нам надо скопать. Да. Это нам надо скопать, чтобы... Так, все, мы добыли. Так, давайте мы это все вот так сделаем и достроим все-таки. Так. Вот. Так, 3 минуты, а 1 минута только пошла. Так, есть, есть и есть. Да, железо не зря добывал, чтобы сделать, ребят, это... Кирку, во-первых. Во-вторых, топор. В-третьих, в-третьих сделать это. И вот сейчас это и вот это. И пока, думаю, хватит. Ну, еще можно сделать фул. Давайте фул сделаем сет. Фул сделаем сет. Вот. Во, фул сет. Думаю, хватит. Так. Вот так сделаем. Давайте положим все-таки. Сделаем сундук все-таки. Да. Двойной. Вот. Мы положим. Так, давайте положим все-таки что-то. Кстати, мы можем сделать ферму. Вот, смотрите, кстати. Как я... Так, давайте мы заберем и сделаем все-таки песок. Сент, кстати, не перевел. Не перевели сент. Хоть версия не знаю какая, но, кстати, это еще заметка как бы. То, что не перевели. Смотрите, что я делаю, чтобы выпрыгнуть. Так, во-первых, я... Нужно так спуститься. И вот так прыгать. Бах! И вот так именно, да. Именно вот так. Именно я так быстро спустился. Понятно? Думаю, вы поняли. Кстати, мы можем на ветках сделать что-то тоже интересное. Как вы думаете? Напишите, кстати, на комментариях. Как вы думаете? Что мне сделать на ветках этих? Может мне тоже рядом сделать домик или еще что-то. Так что можете писать. Или, например, на другом дереве сделать домик. Или прям вот здесь, хотя это не очень удобно, потому что тут такие горы. Так что вот такие делишки. Вот так можете писать. Кстати, тут есть прямо рядом тростник, так что мы его добудем и разместим еще больше. Это прям нехилое такое. Почему я раньше не догадался? Я прям в шоке. Это пригодится мне при этих, при зачарах. Вот. Давайте мы доделаем домик, и не знаю, что мы еще сделаем. Вообще-то, я должен доделать домик. По-хорошему. По-хорошему. Так что так. Так, есть стекло. Давайте сделаем как стекло, как блок, на самом деле, потому что это как-то удобнее, мне кажется. Я никогда, наверное, так не делал. Ну, вот прям вот так. В этой серии прям будем вот так делать. Прикольно, да? Кстати, мы это сделаем еще дверку, знаете почему? Это. Дверку зачем? Дверка, потому что одна дверка, чтобы смотрите. И делаю вот так. Так, мне нужна ступенька одна. Блин, мне приходится тратить
доски на ступеньки, ну ладно. Так, что я выкинул, не знаю. Вот так сделать. Да. И смотрите, я... Это как бы... Закрываю, но... Смотрите, я вот так падаю, но ничего не теряю. И вот так, еще раз. Да. Так. Вот, именно вот так. Ну что, ребят, даже не знаю, что сделать, может... А, подкрутка, подкрутка, ребята, подкрутка. Так. 1.7.2. Сейчас, секунду. Ладно, уже не секунду. Да. Прокрутка. Возможно, какие-то серии будут не без превьюшки, но я постараюсь сделать все, почти всегда превьюшку. Так что вы не останетесь без, на этом канале без превьюшки. Хоть у меня и 43 подписчика, могу делать без превьюшек, но я не такой ленивый, я могу делать превьюшки. Есть один минус, один сайт, где я делаю превьюшку, и один ролик уже устарел. Так что... Это ложь для одного ролика. Не знаю. Помните, я сделал алды? Если вы смотрели этот ролик, как я делал превьюшки на этом сайте, этот сайт уже как бы обновился в лучшую сторону. Для меня в худшую. Там столько обновилось, что я не могу добавить слой, как я добавлял. Не знаю, я показывал это. Так что вот так. И как бы это минус. Так что у меня, я хотел сделать шапку, и у меня как бы не получилось. Потому что я хотел добавить слой на шапку, типа вот так. Но там как-то я приколебал, но ничего не получилось. Кстати, напишите в комментариях, если вы разбираетесь дизайнером в этот сайт. Не знаю, я оставлю подсылку над видео, как что там делать. Именно под этим сайтом. Могу подставить, кстати, так что могу, а могу и нет. Набирайте Pixel Editor и вторая ссылка. Где-то вот так. Вот. Ничего. А что у меня ачивки? Ну ладно. Кстати, что мне сделать? Мы можем, кстати, пойти в шахту и... добыть алмазы, то что я не делал это в этом, у меня не было по-моему алмазов в прошлом выживании этого, так что я хотел бы сделать прокрутка, да, сейчас будет на следующую минуту прокрутка, так, это один раз прокрутил, да, сейчас сделаем прокрутку, выходим, так, версия 1.7, а, ребят, я могу это пропустить версии, ничего не судите, ребят. Это уже, у меня уже такое было, что я пропустил версию. Так что вот такие делишки. Ты ничего не потерял? Да, не потерял. Так, перевели это. Да, наконец-таки перевели этот землю. Наконец-таки. Ура. Вот. Так, в принципе, мне получилось. Я могу, в принципе, еще сделать вот здесь. Ну, это, в принципе, обзора мне этого. Вот этого обзора, думаю, хватит. Вот этого, прям вот этого обзора, мне думаю, хватит, вот. Ну, либо я сделаю обзор, знаете, как... А как я могу, блин, побраться вниз? А, то есть назад. Думаю, вот так, как раз. Вот, вот так, делал так, уже. Так, вот такой обзор, думаю, мне даже этого обзора хватит. Из стекла. Вот. Как-то вот так. Ладно, что мне еще сделать? Блин, реально, что мне сделать? Может пойти в шахту? Кстати, пойдемте в шахту, ребят. Да, нам надо, пожалуй, пойти в шахту. Возьму это. Что еще? Думаю, все. О, и уголь, кстати. Нам нужен уголь, да. Столько. Это сколько? О, как раз подходит. И одну все-таки... Так, сейчас будет, наверное, ночь. Все-таки кирку каменную надо скрафтить. Кстати, я могу на закат полюбоваться вот так, с окна. Вот так, прикольно. Вот так, интересно. Но музыка еще играет. Вообще, прикольно, да, выживание Майнкрафта. Ставьте лайки, кстати, если вам нравится. Да. И подписывайтесь, если хотите не пропускать мои новые ролики по Майнкрафту Апгрейд и другие. Не только Майнкрафт Апгрейд будет на канале. А если он закончится, то и будет и другое. Да. Если новый зритель, да. Так, сейчас, секунду. Раз, два, три. Как я очень давно делал. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, шесть, пять, восемь, девять, десять, одиннадцать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не понял? Не понял?
Yes, сделано. Я случайно не выпрыгнул? А то это будет фейспан. Да, не выпрыгнул, это yes. В принципе, можно сделать следующую прокрутку и, пожалуй, предпоследнюю. Так, версия 1.6.7.4. Да. Прикол, что-то нам, наверное, добавили или что-то такое. Или что-то исправили. Так. 10 минут. Еще подкрутку еще сделаю. Давайте еще поиграем 5 минут. Так, секунду, надо сделать, наверное, тише этот звук. Вот. Так. Я, ну, думаю, что я добуду это ж... это как его там... еще с... шахты добуду камень. Так. Ну что, погнали в шахту, ребят. Не знаю, найду я домик. Ну, в принципе, он как-то пометился даже. Вообще, я сделал этот там сет. Вот так он, кстати, выглядит. Как он, ребята? Да, конечно, не сверх, конечно. Но надо еще сделать крышу, например, прикольную. Будет еще покрасивее. А так, пока вот так. Так, не понял, что так. Такие микрофизры. Фрезы. Не понял. Кстати, тут болото, ребят. Как он? Давайте пойдем в болото. Извините. Это я тянулся. Так, вижу это. Вот так он выглядит там. Ничего, если я умру, я возрождусь дома. Возрождусь. Даже это мы проверим сейчас. Да, видите, я дома появился. Так. Так. Вот такой у нас спуск прям хороший. Так, ну, лучше выкопать. Если честно, лучше выкопать. Да. Что-то я уже устал снимать, делать прокрутки. Так, я не понял. Давайте мы уже пойдем в шахту, что ли? Или нет? Так. Сколько у нас... железный топор, кстати, в этой версии... А, точно, это же... Это же версия, где мы можем делать бесконечные тыки без перезарядки, но урон у топора меньше. Да, это как бы надо... В принципе, просто, я думаю, меньше... Ой, больше. Так что иногда даже топором это выгоднее. Так, что у нас тут? А, или это просто камнистая там местность. Ладно. Так я не... А, не, я запомню, думаю. Если что, я умру и там возрождусь. Так что не критично. Так, железяка. Но она пока нам не нужна. Так. 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 Интересно. Очень интересно, ребят. Вот прям очень интересно, что там будет дальше. Так, 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 так. Так, железяка, все, железяка, 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 проход, проход, еще проход. Так, думаю, туда нам можно не идти. Да, думаю, железяка не понравится пока что. В принципе, давайте добудем несколько. Так, 30 железяк максимум. Так, 10 кирок железных, если понравится. При выживании. Железных. Или еще что-то ранее уклик хочу. Или еще что-то произойдет. Еще железные вещи, например, железный меч, еще что-то. Так что, может быть, даже что-то пригодит. Так, 13. Ну, это, в принципе, мало. Жалко, что тут пока не добавили руку. Но потом добавив вторую левую руку. Так что это Minecraft апгрейд. Так бы, вот так. Думаю, сейчас надо делать еще перекрутку. Давайте еще 2 минуты поиграем. Сколько запись идет? 14 минут. Так что, вот так. Придется. Ой, как лагает. Ой, как фризит. Ты уроки делаешь, Тёма? Ребят! А?
Все, ребят, урожаем. Извините, что было. Это не миновать. Так. Итак, открыл проход. Так. Завалено, да, тут? Так. Интересно. Железяка и уголь. И что, я играю на мирной, так что не судите строго. Что, хотя что там судить, если я играю на мирной? Так. Помните, я в первой серии почти мог бы найти алмаз. Почти. Слово почти. Ладно, ребят, делаю последнюю перекрутку. Так. И давайте закончим. Сейчас сделаю. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Lucky Larty. Всем пока, бай. Чисто вот так для заметки перекрутка. Потом мы на ней продолжим. Да, пока.